Такая чистка дорог становится возможной при стабильном переходе уличных температур к положительным значениям. Для того, чтобы отмыть проезжую часть после зимы, специалисты Одинцовского ДРСУ добавляют в воду специальный шампунь «Торнадо». Он не просто удаляет грязь, но и растворяет нефтяные пятна. При этом сам является химически нейтральным средством, которое можно применять на любых водостойких поверхностях. Обычно с шампунем дороги моются два раза в год – весной и осенью. Эта схема продлевает срок службы асфальта и повышает сцепление автомобильных шин с поверхностью трассы. Также подобный душ позволяет вымыть въевшуюся пыль и улучшить придорожную экологию. Ежедневно на мойке городских дорог в Одинцово задействовано 6 комбинированных дорожных машин ДРСУ на базе КАМАЗов, МАЗов и Мерседесов. Они полностью приспособлены к выполнению необходимых задач. Зимнее навесное оборудование своевременно заменили на летнее. За рулем опытные водители, привыкшие маневрировать в плотном транспортном потоке на Можайском шоссе. В течение всего теплого сезона дороги необходимо проливать ежедневно, но уже не только для чистоты. Регулярный душ не дает асфальту плавиться и деформироваться под шинами автомобилей. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».